Всем здравствуйте! Сегодня некоторые источники начали сообщать о том, что Филипп Киркоров приедет на День оленевода в Салехард. Празднование состоится 23 и 24 марта. В один из этих дней поп-король выступит для местных жителей. После того, как Киркоров извинился, что вошел не в ту дверь на скандальной вечеринке, он съездил в Донбасс и реабилитировался в глазах россиян. Чтобы и дальше оставаться близким народу, ведутся переговоры о выступлении артиста на главном празднике Янао. Известно, что власти региона вознамерились транслировать праздник не только на всю Россию, но и даже на Китай. А для этого нужна большая знаменитость. Вот только власти Салехарда не подтвердили слухи о приглашении Филиппа Бедросовича. Программа праздника еще не утверждена. Киркорова не будет. Такой вариант не рассматривался, заявили в администрации Салехарда. Отметим, что сам певец не считает нужным комментировать визит в Салехард. Скорее всего, Филипп Бедросович не намерен общаться на тему его отмен. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!